Рецепт приготовления французских тостов в смеси яичных желтков, сливок, ванили и лимонной цедры с ягодным маслом из малины и ежевики. Нежные французские тосты с необычным ягодным наполнением – завтрак, который хочется есть снова и снова. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. 1. Приготовить ягодное масло, взбить сливочное масло миксером на высокой скорости. 2. Разделить смесь пополам. В одну половину добавить малину, в другую ежевику. Взбить каждую смесь миксером на низкой скорости около 5 секунд. 3. Виоложить каждую смесь на 2 длинных листа полиэтиленовой пленки, виоложенные поверх алюминиевой фольги. 4. Свернуть фольгу в цилиндры, скрутить кончики, положить каждый цилиндр в холодильник на 30 минут для затвердения или до готовности к использованию. Вы можете добавить немного просеянной сахарной пудрой в масло, чтобы сделать его более сладким и вкусным. Жду ваших лайков и комментариев. 5. Чтобы сделать французские тосты, нарезать хлеб на ломтики толщиной 1 см в миске, смешать яичные желтки, молоко со сливками, сахар, цедру лимона и ваниль, взбить до однородности. 6. Обмакнуть ломтики хлеба в смесь, чтобы она покрывала хлеб со всех сторон, и отставить в сторону, повторить со всеми ломтиками хлеба. 7. Нагреть сковороду на среднем огне. Добавить масло, обжарить тосты с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета. 8. Достать ягодное масло из холодильника, развернуть один конец фольги и нарезать ломтиками. 9. Положить ломтик каждого вида масла на каждый французский тост, посыпать сахарной пудрой, при желании, затем сбрызнуть теплым кленовым сиропом. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Обещанный список ингредиентов. Сливочного масла 450 грамм, малины половина стакана, ежевики половина стакана, батон 1 штука, яичных желтка 4 штуки, сахара 1 столовая ложка, ванили 2 чайных ложки, лимон 1 штука, цедра, количество порций 8. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Заходите в гости.